я вот это Adventure, энергетический корабль приключений. Full House, Ярцевский Баронов и Парарейнджеров Ангел и Старвинкс. С тремя драмадерами, 9 космомышами, по 3 на склад, по 3 на драмадерчик. Они заловили вот этого, ну, в общем, флагмана и Full House. Их. Половина тогда эсминец и фрегат отходит, и маринегат драмадёром. Ну и становятся как бы тоже зонерами. То есть они тогда барона принадлежали. А мы дошли до того момента, что какой откуп? Ну, откуп. Потому что фрегатчик и флагман не хочет расстаться с, ну, как этот эсминец с фрегатом потерять на каких-то условиях. Ну, это практически, как бы, война, может, это драмадюрки, как бы. Ну, барон может там попытаться отомстить через анаконду. Ну, что, тоже баронские анаконды, они везде лазят, все знают. Ну, это все сложно, потому что каждый сам все пират, если им отплатят тоже какую-то цену, тем, кто захочет отомстить, то в следующий раз их, ну, они скажут, что не нашли, некогда ли, просто... Что-то там забыться, может не забыться. Ну, то есть лучше сразу на каких-то условиях откупишь их, чтобы их не разбить вот этот, если разбить флагманский фрегат полностью, ну, то есть не пиратский, то барон точно захочет отомстить. Все такое потерять. Или даже, а если пару кораблей, ну, типа, ренегаты уйдут, то тут бывают расклады в том, что ренегаты, они не просто так туда перепрыгивать, хотя драмадёрщик. Хотя изначально, что рейнджеры, как бы, ну, сильнее, особенно если тяжелые эсминец и тяжелый эсминец Старвинкса, то есть ангел эсминец тяжелый, эсминец Старвинкса, они уже, как бы, ну, сопоставимы с этим Full House, если не считать лидерского фрегата, который был крутым и лучшим в Англии. А так ренегаты барона, если перепрыгнут, они будут шпионами для барона. И у барона свои, как бы, получать. Ну, преференции. Найти как шпионить. Кто-то из драмадёрщиков через стилетов или там кого-то там. Через других зонеров они. Или через бои. Ну, они смогут дать инфу. Но то, что они как бы и клетную верность из драмадёрщика. Но интересы барона они будут сохранять там с половиной еще. Но конкретно лидер тяжелого фрегата, он может быть звание, допустим, контр-адмирал. Ну, баронский. Это не то, что там, ну, что герцог барона, по сути, он. Если бы он был адмиралом, то он бы мог быть и туда адмиралом, не барона, а даже адмиралом герцога сразу. Ну, что все проявляет. А так, как ему проявить, негативно, это какая-то компенсация, ну. Ну, поэтому компенсация большая пушка, например. Ну, очень большая, громоздкая для мародера. Ну, так есть девастаторы пирата, это истинных пиратов, девастаторы. А, ну, уровня мародера. Ну, девастатор — это такой мини-крейсер пирата. Ну, типа уровня корвета, но очень сильный. Это же необычно там и ракеты. Ну, если не торпеды какие-то тянулые там стоят. Редмастеры, не знаю, обычные. Стромшавы. Или и пушки. То есть у них и одна пушка, и этот девастатор, он как бы игрик типа, но он такой треугольник, который вытянут. То есть корпус треугольный практически. А для того, чтобы у него три борта практически было, а не два. Как у этих. И плюс он по форме как бы анаконда, которая, ну, в примаре и борта лупит, и примаре лупит. Ну, так и быстро, ну, как бы борта быстрее развивается, но так можно просто прорваться. Вы снится, а другой смысл военный. Он в фланге кроет, лево-право. А вперед, ну, пушки отдельные. А вообще снится не предназначен, как корвет или как анаконда для фронтального прорыва, он значит для того, чтобы в бою зайти
две группы там, например, Юнайтед, то есть в Примере еще кому-то там супер предоставили, чтобы разговорить кого-то. И в тяжелом вооружении. Ну так, Ангел тяжелый и Стрелец тяжелый, которые не летят на таких кораблях на эсминце. Ну то есть, когда Full House улетает, если это были корветы, например, персонажи, они могли бы и не попытаться пробиться. И улететь и с Tower Defense лупить. И даже на дальней дистанции Tower Defense достает. Ну, так как пушка. Ну, то есть медленно, как раньше. Минихвазер стоял. Тяжелый минихвазер. Ну, лазер добычи, он так и остался. Тяжелый, похоже, новая модификация мастер бластера. Выпуски. Вдруг. А Tower Defense это тура. Ну, пара тур. Которые с Rare Wheel, с кормы стреляют. Ну, они медленно стреляют, но эффективно. Как Шарабамба. То есть те, кто достигает, так можно прорываться. Но такой прорыв тоже будет как бы не бесплатный. То есть по урону или что-то получит. А тяжелый фрегат в таком случае уже, ну, прорыв против тяжелого фрегата уже чреват. То есть он с борта и там в Примарине еще будет долбать. То есть разумеческое выражение для человека. С него можно постоянно стрелять. То есть с кантона, ну, приблизительно 3 залпа где-то за полчаса. Да. И то, что он эффективно смотреть где-то постоянно стрельбы, как главного калибра, ну, типа гарантировать. А с ионического бластера только залп дали, если он будет остывать. Ну, потому что сильно мощно. Или криогеника, но криогеника дорого. Её заряжать надо тоже. Жидкий металл, который может отряться. А в космосе любые потери, ну, неприемлемы. Но там оно... Криогеника мы только по кругу сделали. Ну, трохи отклонились. Что термодёр переманил себе вот этих агентов Брона. Они могут тоже двойную игру вести, чтобы потом с бароном договориться на каких-то еще трофеях, куда они полетят. А флагманский корабль, ну вот этот герцога барона, так он не барону часто лоялен, а это а герцогу барона. То есть он не герцог, то есть барону тут самому надо было вывернуться, чтобы его, так сказать, агенты, ну, киношпионы, скажем, отправились в нужное направление, чтобы трофеи ему достались, иначе герцог по себе может прикрывать. А чтобы герцог там не особо это, ну, заявился, вот ему большую пушку барону выдать на мародер, которую, ну, Тена будет там, все бороться будет, дочинить эту пушку, по сути. Вложится. И будет огромная пушка там. То есть небольшой калибр, а будет гигантский калибр, например. И так это... А как это могло получиться? Потому что высмеется много места, по сути. И такие... Можно и пару пушек. Одну, например, вот этому флагману отдать, а другую... Чтобы другой эсминец ее. Флагман улетит в герцогу. С такой пушкой, а другой барону, и барона и герцога появится по такой пушке. Ну, это уже такая шпионская операция, собственно, Рейнджер. Это, ну, оно продумывается. Ну, в принципе, довольно сложно. Ну, как бы... Ну, дальнейшие действия, когда они уже будут, там, черный зональный генератор по себе, понятно, остальные уже берут. А насчет других трофеев, там, делёж, трилы, там, то есть барон или герцог может прислать своих трилов, чтобы захватить там, ну, те старые корабли, те скопления старых кораблей, за которые нет, чтобы себе что-то там засунуть.